На пляже возле санатория «Аквамарин» расположено сразу несколько детских аттракционов. Батут, игровая зона, горки с бассейном. Конструкция очень громоздкая, занимает большую часть пляжной территории. Все эти аттракционы установлены здесь незаконно, за что предпринимателю придется заплатить штраф. От несвоевременной информации стали на территорию муниципального образования, не имея регистрации этих аттракционов. Имея документацию техническую, но не имея регистрации в администрации нашего города. Неподалеку еще два развлекательных объекта. И снова нет разрешительной документации. Порядок везде один. Протокол, административная комиссия, штраф. Кроме того, незаконные объекты предпринимателям придется убрать с муниципальной территории. За сегодняшний день три объекта. Хозяева отнеслись адекватно. Все сами решили разобрать вообще без всяких проблем, никто не препятствовал. Данный вопрос на личном контроле у главы города. По мнению Юрия Полякова, нельзя превращать уникальные пляжи Анапы в парк развлечений. Для этого есть специально отведенные места. Поэтому рейдовые группы будут следить не только за качеством аттракционов, но и за их количеством. Подобные рейды пройдут на всех муниципальных пляжах. Ольга Родина, Ксения Сипко, Роман Беркалеев, Анапа регион.